СМС маме. Ивановская область присоединилась к всероссийской программе по информационной поддержке беременных женщин и молодых мам. Подключив услугу на свой мобильный телефон или электронную почту, 2-3 раза в неделю пользователи будут получать советы и рекомендации по уходу за ребенком, о здоровом питании и грудном вскармливании, о соцзащите и трудовых правах, данные о пособиях и компенсациях. Сервис абсолютно бесплатный, полностью исключает спам и рекламу. К программе область примкнула из-за пугающей статистики. Только в сентябре по недосмотру родителей погибло двое младенцев. В департаменте здравоохранения уверены, ресурс позволит будущим и молодым мамам с детьми до года научиться правильно обращаться с малышом, следить за его здоровьем и развитием. Чтобы получать информацию, необходимо направить слово «мама» на номер 5253 или зайти на сайт «СМС маме». Возможно подключиться к интернет-рассылке. Также на сайте действуют вебинары, которые можно смотреть или подключаться онлайн и участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся с помощью данной организации.